take a look inside. Теперь можно отключить турбину. Это место мне кажется знакомым. Так, похоже, я на месте, но здесь тысячи этих ячеек памяти. Мне что, их всех проверять? Без паники. Отыщу комнату управления и подключи меня к терминалу. Я сам найду нужную ячейку.
Но как только я запущу поиск, среагирует охрана. Сдерживай их, как умеешь. Хорошо. Только не тяни. Нашел. Хватай памяти, сваливаем отсюда. Все мое прошлое в одной ячейке. Эй, Брайан, а можно как-то сразу проверить, что там? Брайан, слышишь меня? Черт. Ладно, сам разберусь. Так. Возможно, здесь я могу прочитать модуль памяти.
Проклятие! Как долго я был в отключке? Брайан, ты? Я ожидал найти что-то про себя. Сет? А, черт! То есть я рисковал ради тебя, чтобы ты подсунул мне свои мозги? Успокойся, Сет, ты просто не понимаешь всей ситуации. Я уже понял, зачем вы меня вытащили из лаборатории. Отличное новое тело. Послушай. Заткнись. Кругом одни подонки. Сильно похоже на местный персонал. Стоять!
думал, не отыщем? Нельзя так нагло плевать на договор, НМ. Что, первого раза не хватило? В этот раз будет иначе. Упокойте его, парни. Ну что, НМ, возомнил себя свободным человеком, значит? Пришлось еще гоняться за тобой. Постой-ка, может ты не НМ вовсе? Тебе просто вставили другие мозги. Черт, какой-то мудак сорвал нам все планы. Месяцы подготовки. Ладно, хватит. Просто пересади меня. Хотя бы тело мне вернули. По крайней мере, в лаборатории его неплохо подлечили. До этого оно едва могло двигаться. И что теперь? Хотите снова меня использовать? Я уже все знаю. Что? Ты вообще жив только благодаря нам. А иначе пылился бы лицо в виде модуля. Вы хотели пересадить мне мозги Брайана? Хотели, но я не сделала этого, как видишь. Мы же не собирались бросать тебя. Парень, сейчас у тебя есть реальные враги. Целая группировка бандитов и хакеров. Бункер 29. Вот с ними ты точно не договоришься. Мы явно вмешались в их планы, вытаскивая тебя. Поищи того громилу, его хорошо ранило. Я пока проверю, что тут есть. А что делать с Брайаном? Он ведь уже отключен от сети. Я теперь не знаю. Thank you.
здесь!